Привет, мои дорогие друзья, с вами я, Роман, и теперь у нас тест функции режима живого фокуса портретного видео на основную камеру. Смотрите, то есть поиск лица сейчас идет, он в принципе работает, как вам сказать, даже на животных, можно и так сказать. Видите, функция отлично работает. Сейчас используется зум, по-моему, да, приближение, трехкратное, по-моему, используется, действительно, второй телевик. Клич также присутствует, вот, тот же самый эффект, это типа, как радиация, можно сказать, клич, по-другому. Точка цвета также можно, естественно, использовать точку цвета, как и в режиме фото, портрета. Вот еще раз возвращаемся к режиму большой круг, почему-то сейчас он конкретно начал, стал хуже работать, ну вот. Поиск лица. Мы можем, в принципе, даже вспышку включать во время записи, если у нас темно. Вот, если потребуется размытие. Еще раз, размытие работает очень хорошо. Именно режим размытия просто, как видим, хорошо работает. В принципе, да, отлично. Вот, даже вот смотрите, рукой я, получается, меняю. Блин. Даже рукой он все равно не ошибается, в принципе, вот, фокусировка. Большой круг также идет. Ну, как видите, поиск лица. Это громко сказано, что поиск лица на самом деле, ну, как бы сказать, вы сами понимаете, что у собаки может некорректно некоторые моменты от, к сожалению, работать. А вот остальные эффекты очень четко работают, даже не обязательно искать лицо, потому что большой круг, это именно, скорее всего, он как работает немножко по-другому, да. Нужно, чтобы четко была, наверное, морда собаки, в данном случае в фокусе. Поиск лица, смотрите, вот, не знаю вам, как показать. Поиск лица, действительно, вот, поиск лица идет, работает, в принципе, вот, ага, ну что. Да, а вот на человеке сейчас, конкретно, я конкретно сейчас, надеюсь, меня он нашел, и типа большой круг такой, используется, да, функция. Заодно проверим стабилизацию. Я сейчас телефон держу двумя руками, и очень четко держу, стараюсь, вот. Поиск лица. Ну что, результат будет только на фото, получается, да? То есть, так, когда я сам выложу видео или сейчас при просмотре, я увижу, получилось ли у меня сделать поиск лица моего. Вот. И он работает, я думаю. Вот. Так что вот так вот. Точка цвета везде работает. Даже вот, если мы не наводим, она тоже работает. Ну, в принципе, да. Хорошо работать должно. По крайней мере, я так думаю, что оно хорошо должно. Вот и большой круг. Ну, видите, большой круг, он, можно сказать, чуть по-другому, скорее всего, работает. Все, ребят, вот, в принципе, такой тест.